Смена почетного караула каждые 15 минут. Енисейская молодежь несет вахту памяти на мемориальном комплексе в честь героев Великой Отечественной. Обычно школьники и студенты заступали в почетные караулы накануне 9 мая, но в этом юбилейном году вахта памяти началась за 3 недели до Дня Победы. Студент педагогического колледжа Олег Черепанов сегодня волновался с самого утра. Возле памятника воину-освободителю по стойке смирно он стоит впервые в жизни. Гордость за своих предков, за то, что они отстояли нашу родину. Вообще чувство прям, гордость. Монумент появился в Енисейске в 1975 году, когда страна праздновала 30-летие Великой Победы. Деньги на памятник собирали всем городом. Благодаря, опять же, газете «Енисейская правда» была создана рубрика. И благодаря этой рубрике в газете граждане города Енисейска, горожане, вносили средства на будущий памятник. К сожалению, документы, которые имеются сейчас в Краеведческом музее, не могут сказать, кто был автором проекта. Через 20 лет, уже к 50-летию Победы, место почитания героев существенно изменилось. Возле памятника выложили брусчатку и появились плиты с именами защитников Родины. Здесь почти 5000 фамилий. Это те, кто был призван Енисейским военкоматом, но домой с фронта не вернулся. Супруги Петр и Нина Куприяновы часто приходят к мемориалу. Здесь фамилия моего дяди Егора Семеновича. Он был снайпером на Волховском фронте. С 20-го года рождения, с самого первого дня войны воевал. Вот. И под Волховом его застрелили. На протяжении десятилетий семья не знала, где находится могила родственника фронтовика. О том, что дядя похоронен под Ленинградом, стало известно совсем недавно. Мы всегда ходили сюда, как на кладбище мы ходили к дяде к своему. В общем, к отцу даже. Для нас это святое место. Уже 40 лет енисейцы несут к этому месту цветы с чувством скорби, благодарности и гордости. 9 мая здесь вновь соберется весь город. Александр Сафонов, Сергей Бурмакин. Новости.